Добрый день, дорогие друзья. Сегодня 30 января, а пробка в городе Барнауле. Сейчас оценивается, он дама с Амстердама едет. Оценивается как 3 балла. Это Яндекс нам передает. Ну, в принципе, здесь вот как бы свободно. В центре, конечно, особенно на Павловском тракте и на улице Строителей, проспект Строителей. Дорогие друзья, хочется пожелать вам счастья, здоровья, исполнения всех желаний. Подписывайтесь на мой инстаграм, а также в ютубе. Ни гвоздя вам, ни жезла, дорогие водители. Всего вам доброго.